Так, 21 сентября 2023 год, сейчас довольно светло, еще вечер, снимаю луну, над нами должен пролетать МКС, должна пролетать Международная космическая станция, но поскольку еще, ну, солнце село буквально 2 минуты назад, поэтому наблюдаем пока луну, поставил я на автоматическую фокусировку, посмотрим, какие это принесет результаты. Потому как, когда ловлю я МКС, мало того, что в двух-трех плоскостях удерживаю в кадре лево-право, да еще и зум-аут, зум-ин, саму Международную космическую станцию, еще при этом приходится резкость наводить, но это просто, я не Цезарь, Юлий 10 дел сразу делать. И закончить так, как он, не хочу. Так что попробуем, что у нас с автофокусировкой. Я высматриваю МКС. Уже она должна быть почти на одной высоте с Луной. Но только гораздо западнее. Сейчас, чтобы картинка не такой унылой казалась. Сейчас я чуть-чуть вперед зуману. О, и резко сама наводится, ну и алёвы. Ветер стих, но штатив выолбан М47 на максимальную высоту выдвинут, потому как, когда в зените пролетает МКС, весьма сложно его уловить. Я сам 1,84 роста, мне приходится в три погибели сгибаться, дабы в зените что-то снять. Так, вот сейчас как раз 10 угловых градусов над горизонтом МКС. Не вижу я его, потому что он на фоне заката солнца как раз таки, наверное, отдельным все-таки сделаю кадром МКС и Луну. Уж больно много времени уйдет. В общем, смотрите, вы не ловли МКС, а кратеры на Луне и нудную беседу мою. Почему кратеры круглые все на Луне? Почему нету овальных? Неужели все астероиды входят под углом? Нет. Под прямым углом? Нет. Астероиды не входят под прямым углом. Сейчас. Просто скорость входа в грунт Луны настолько высока, что получается не рикошет, а просто как ядерный взрыв. Грунт становится, плавится, превращается в жижу. И получается, как будто вы кинули булыжник в болото, в жидкую грязь. Соответственно, никакого рикошета от жидкого болота, никакого овального кратера у вас не получится, если в жидкую грязь кинуть булыжник. У вас появится вот такое идеально ровно круглое очертание. А мы по-прежнему ищем МКС. Ну, кстати, есть там на Луне один, по-моему, кратер, который такой себе овальненький. Половинка Луни, как сказала одна из моих подписчиков, скоро будет у нас. Не полнолуние, не новолуние, а половинка Луни. Ждем, ждем и смотрим. Даже еще небо такой ясности, что я не вижу Арктур, мимо которого сейчас пролетела МКС.
Так, пока я там за небом слежу, тут уже сбежала луна. Нет, сейчас четко на западе. МКС и ПК. В принципе, отражаться хорошо должно. Большой яркости должно быть. 2,7 сейчас яркость. Минус 2,7. Звездная величина. Практически отчаялся я увидеть МКС. Увидел. Так, ну посмотрим теперь, как у нас автофокус будет работать. Уменьшаю выдержку. Ребята, потом на стоп-кадрах будет ловить. Так, ну, наверное, пока все.